Что значит фу? Даже Social Blade это не показывает, прикинь. Позерствовать, да, бабками, типа, блин, ну... Ну, 300 тысяч вина не берет. 500 миллионов. А, 326 миллионов. 10 лямов, Карл. И всем привет, с вами Аурум и Ваня Холдик. Привет, Вань. Короче, ребятки, во-первых, вы видите, где мы сейчас находимся? Это небольшой байт на то, что, возможно, когда-нибудь мы с Ваней откроем здесь сундучки. Для этого вам нужно проставить сейчас лайкосик, подписаться на канал. Но давайте так, уже, наверное, после Нового года, а 31 декабря у нас будет битва 1000 сундуков, да? 10 тысяч. Да, да, да. Батл 1000 сундуков. Косарь на косарь. Это небольшой такой анонсик. Ну, а сейчас я бы хотел поговорить о том, что в названии ролика. Когда-то я уже пилил видос, в котором рассказывал, сколько я всего потратил на игры Supercell. По-моему, тогда было что-то в районе 10 тысяч долларов. Лям был, рублей, по-моему. Да, что-то миллион рублей. А, ну больше, да, там 12-13 тысяч долларов. Такая тема была. Сейчас я заморочился, вот за моей спиной вы видите мой планшет. Вот он. Там написано, это мой аккаунт. И все мои покупки, начиная с 2012 года. И, короче, ребзы, сегодня я расскажу вам, сколько потратил на игру Brawl Stars. Так, но перед этим есть еще пару интересных пунктов. Это, например, подведение итогов. Ты помнишь примерно свою стату? Типа этот... Да? Да, примерно, да. Ну, во-первых, мне хотелось бы, чтобы такой же видос с тем, сколько потратил Ваня Холдик, он записал. Запилишь такое для пацанов? О, да, давай, надо. Я не знаю. Давайте, ну сколько лайков? Пусть они лайки на моем видосе наберут. Сколько у тебя набирает в основном лайков? Я не знаю. Ну если я прошу, то набирают всегда больше. Поэтому мы можем... Больше 50, если наберет, я... Ну давай, да, 50 тысяч лайков плюс. Я посчитаю, сколько я потратил. Вот так, да? Ну типа, да. Мы открываем, да. Я там табличку сейчас покажу. Если вам интересно, конечно. Хорошо. 50 тысяч лайков и смотрим, сколько Ваня реально потратил на Brawl Stars. Потому что, в принципе, я и Ваня, это, наверное, самые такие жесткие донатеры. Ну, там, Ваня сначала жестче донатил, я потом планочку взял. Помните, я 50 тысяч гемасов закинул, короче, в общем, очень-очень много было донов. Вот давайте вот так пролистаем, пока я это буду говорить, пролистаем, сколько всего было донатов. Это же просто жесть, блин. 50 тысяч гемасов. Я дважды делал битвы сундуков по 1000 долларов. То есть уже понятно, что это больше 5000 долларов. Но ладно, давай не об этом. Давай весь этот год подведем небольшой итог года. Сначала. Сколько у тебя прибавилось подписчиков примерно за год? За этот год? Да. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Давай я посмотрю, сколько у меня. У меня за этот год, последние 365 дней 2,194,000, пацаны, блин, капец, я вам реально дико говорю спасибо, потому что это просто трэш. Ну, было время, я целый год 100 тысяч пытался набить, целый год. Ну, у меня тоже такое время было. А тут 2 миллиона просто добавилось. Изи, это не то, что там 2 миллиона ты шел, да, добавилось к тому, что уже было. А было тоже немало. То есть, по-моему, у меня за первый год даже 100 тысяч не было. Я прикреплю скрины по подписчикам. Ну да, у меня вот тоже, если бы не реклама, то... Да, начиная с первого года, давайте я прикреплю скрины, и вы вот сейчас посмотрите всю градацию роста подписчиков на моем канале. Это, кстати, закрытая инфа, даже Social Blade это не показывает, прикинь. То есть у вас сейчас реально есть такая инфа, потому что я пытался найти по Social Blade на разных ютуберов, можно увидеть на Social Blade только за, по-моему, 2 последних года. И то там инфа примерная. А вот это вот вся моя стата за все годы. Ну, по доходу, я не знаю, давайте так. Я понимаю, что вы сейчас хотите увидеть, сколько Аурум всего заработал за 2020 год. Но давайте, я, во-первых, не очень хочу таким делиться, потому что, ну, реально, это типа как позерствовать, да, бабками. Типа, блин, ну, реально, там, вы и ваши родители зарабатывают намного меньше. Я не хочу никому портить настроение реально этим. Но, если мы давайте наберем там, я не знаю, сколько, фиговую ту... Блин, вообще не хочется мне это показывать. Но, не знаю, сколько, нереальное какое-то количество лайков назови. Ну, 300 тысяч вина не берет. 300 тысяч лайков. Но это нереально. Мне кажется, это нереально. Но если вдруг наберете, я так и быть, значит, вы очень сильно хотите, я для вас спалю. Окей, а что по просмотрам? Сколько у тебя, вот это, кстати, очень интересный факт, сколько всего просмотров? У меня полляма за год добавилось. Не полляма. 500. 500 миллионов. Полярда. Полярда, давай. Полярда, чуваки, просмотров. Жесть. У меня...
Ну, у меня поменьше. 326 тысяч за 365 дней. Ну, это вообще жесть. Это 326 просто... миллионов. Миллионов, Карл, это вообще жесть. Это просто тупо трэш. И в этом году также у меня появились, это, кстати, вы можете увидеть все мои приложухи в этом, в айфоне, понял? У тебя что, Pornhub не отдельно, что ли? Он у меня в скрытой папке, понял, пропароленной. Так, ну, кстати, у меня тут Free Fire и Viber, фу, Viber, прикинь. У тебя есть Вайбер на телефоне? Что значит фу? Я с бабушкой переписываюсь на Вайбере. Ну ладно, простите, блин, я что-то за... Что-то мне стыдно стало. Смотрите, если зайти в мои самые, самые популярные видосы... 10 лямов, Карл. У тебя есть видос 10 лямов? Нет. Реально? Угу. 10 лямов! Это, походу, случилось в этом месяце. Причем, это везение или невезение, это не тот первый видос, который хайпил, ты понял? Это просто рандомный видос. Ребят, сейчас 8,5. Сейчас довольно символично. Сейчас довольно символично. Давайте Ванин включим. Вот, вот здесь вот еще этот. И просто сравним самые популярные мои видосы. Самые популярные Ванины видосы. 8,5, 10. Ну, а все, кстати, у меня начиная... Это просто аномальное видео, реально. Тупо аномальное. Потому что этот ролик датирован... Самое интересное, что он датирован 8 месяцев назад. Это что? Это 26 апреля, а я начал планшеты снимать в марте. То есть это просто какой-то рандомный видос, который дико-дико стрельнул. Я буду нам все в своем видосе показывать сейчас все. Ну слушай, ну мы как истинные открыватели сундуков, да, вы видите, что... Да. Как бы. Но у меня даже здесь еще в топе есть Clash Royale, чтобы ты понимал. Да, ну да. Потому что у меня этот видос очень долго стрелял. И даже где-то, наверное, Clash of Clans или не. Не, вот Clash Royale у меня тут хватает. У меня от рояля такого ничего нет. Капец. Эх! Надо какой-то совместный запилить, чтобы он тупо развалил. Давайте, ребят, блин, ну у тебя Даня прям. О, зебра, ничего себе. Да, зебра. Тут есть даже где-то зебры ребенок и мой ребенок батлили тоже на миллион. Дети ютуберов у нас ролик, вот он. Офигеть, два лямчика, жестко. О, да, кстати, на больших планшетах. Холдик на больших. Но справедливости ради, у меня реально раз, два, три, четыре. Короче, очень много больших планшетов, которые набирали. Стояли видос 2 ляма, прикинь. Вау. Кок 2.6. Нифига. Просто колода. Блин, колода 2.6, так слово, я и играл дофига, подожди. Ну, так это же известная та, которая до сих пор живет, да. Я про нее видос снял, и он до сих пор... Офигеть, пацаны, просто жесть. Короче, в моем случае большие планшеты в этом году мне очень сильно порешали, поэтому, опять же, довольно символично. Ребят, хочу сказать вам, перед тем, как я спалю, все-таки мы тянем время, да? Перед тем, как я скажу, сколько я все-таки потратил, хочу вам всем сказать огромную благодарочку в этом году. Несмотря на коронавирус, этот год был прям очень мощный в плане количества подписчиков, просмотров, активности, Brawl Stars, разных событий в БС. Очень все было прям, если вспомнить, это просто капец, поэтому спасибо вам большое. С Ваней мы наснимали миллиард коллабов. Да. В реале вот пересекались, поэтому круто. Ну и теперь самое важное, самое забавное, самое жесткое, это сколько же я все-таки потратил в игре Brawl Stars. Я чуть-чуть поднимусь. Ребятки, вот есть такая тема, вы все можете зайти, посмотреть. Тут можно даже, вот, например, я клацну вот на 2018 год. Я все эти данные переписал и закинул в специальную таблицу. И таблица сама просуммировала. А сейчас я хочу спросить вот у вас, вот прикиньте, сколько это может быть. Да, и напишите угадать, прямо сейчас в комментариях. В рублях, в долларах. Вот просто сейчас себе загадайте цифру, сколько это реально может быть. И ты можешь прикинуть? Ну давай честно, потому что я уже знаю. Я угадывал, когда пришел. Ну, ну те же цифры, да, назови, которые ты угадывал. Я сказал ему, что ты задонатил, скорее всего, 10. Да, по-моему, с 10 или... Не, я сказал 15-20. Вот, но я сказал, если ты меньше 10 задонатил, то ты лох. Эти мажоры. Не, ну это не в том плане, что ты должен там донатить больше, ну просто
понимая, какие объемы были роликов, да, за год, понимая, какие суммы донатились, ну, то есть, ну, невозможно было вписаться, чтобы за год было меньше 10 тысяч, плюс сколько конкурсов мы делали. Это что же, ну, не меньше $50 конкурс не обходился. Важно понимать, что это без конкурсов. А, это же без конкурсов. Чуваки, это конкурсы, важный момент. Это еще X2 ставьте. Серьезно? Нет. Ну, чуваки, реально, сколько конкурсов было? Ну, добавьте, ну, я думаю, что 0,5. 20, 50, да, даже можно. Короче, минута истины. Давайте открываю весь тупо документ и сейчас вам это дело покажу. Минута истины. Ты готов? Ты готов? Ребятки, короче, вот, декабрь 2018 года, первые мои 20 баксов, когда я задонатил. В этот момент я был в Хельсинки, и там мне подарили эту кофту. То есть отдельно есть видос на канале, я уже его переопубликовал, олдфаги, помните. Причем до этого декабря у меня есть покупка на 0 баксов. Именно в этот день я, в общем-то, установил себе Brawl Stars. И потом вот здесь все абсолютно суммы. Видите, я по 10 баксов вводил. Понесло, пацана, в январе. Да, то есть вот мы видим январь, короче, здесь 10, 20 баксов. Февраль тоже. 2019 вообще, вот смотри, апрель 2019-го просто что-то там... Май, ты сдулся. Там, ну, да, что-то, сдулся. Конечно, тебя там пронесло немного на $80. Так, что-то у меня лагает чуть-чуть. Так, июль 2019 вот понесло. Август 2019 тоже дофига. Так, ну вот в августе уже понеслось, нормально. В сентябрь, вот наконец-то нормальные твои любимые донаты пошли. Смотри, твой список. Октябрь. А, сотка. Ноябрь. Сотка, он только в сентябре 400. Ноябрь, декабрь. Пацаны, январь 20-го, офигеть можно. Подожди, а кстати, в декабре что-то маловато было на самом деле. На самом деле. Вот, и январь, все, начался, ну, 2020 все, понятно, год. Просмотры пошли, монетизация вверх. Март, это самое важное. Март, это начало больших планшетов и траты по сатену. 99, чуваки, куча бабла сюда, блин, ну... Реально, но за это стоило подписываться. Это мои вливания в этот канал, можно сказать. Причем, эти... Посмотри, оно... мы листаем, а оно просто не заканчивается. Это сотки, чувак. Стоп. И вот... реально, вот эти почти все деньги, они вливались на нулевые аки, которые я даже разыграть не могу, потому что правила Supercell запрещают передачу третьим лицам. У меня... Вы знаете, сколько у меня аккаунтов? Я и сам не знаю, сколько у меня аккаунтов. Просто попробуйте посчитать. Их тьма, вот реально. Вот это все, что $100, это новый аккаунт. Скорее посчитайте. Всего, да, это новый аккаунт. Типа. Вот, май 2020-го, то же самое. Бесконечное количество бабла. Просто разнос. Тупо, блин, полотно дичь. Такое. А, и, кстати, я вчера ночью сидел, вот это все вручную сюда вводил. Так, что-то немножко багает. Короче, ладно, давайте пролистаем уже до ноября. Так, мужик, да. 30 лет в игру задонил. Делать нефиг. Ноябрь. Это было буквально недавно. Uh-huh. Декабрь. И сейчас будет итоговая сумма, пацаны. Вы загадали ее? Вы загадали? 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 20. Это в рублях? 7. Нет, это в баксах. Причем, это еще не фуловая сумма, потому что еще сегодня, вы даже этих роликов не видели, но я уже потратил еще сколько... 200 или 400 баксов. То есть итоговая сумма к концу года будет 28 с чем-то. Ну и это не учитывая конкурсов. Потому что на конкурсы я сбрасывал деньги только на киви, только на карты, только в бабле. 28 тысяч бачей. Как ты думаешь, сколько у тебя? Даже не знаю. Ну, может, так же, либо меньше. 28 тысяч долларов – это сколько? Давай умножим в рубли. 2 200 000 за два года. Два мульта в детскую игрушку. Чувак, у тебя, блин, по-любому, блин, больше. Не, ну да, очень интересно посчитать, да. В общем, ну, с чем я тебя и поздравляю. Спасибо. Не, ну на самом деле, ну, вы если напишите, да, что такие суммы в игры закидываете, вы взгляните это с другой стороны. Сколько контента сделано, столько подписчиков подписалось на каналы, сколько просмотров, сколько интересных и эмоций видосов было. И так далее. Это у вас просто цифра, а это тут, знаете, сколько вложено сил, времени. Тем более, я думаю, большая часть, судя по таблице, которую мы только что видели, это именно 2020 год, потому что тратилось здесь, вы помните, да, там по 10 баксов я начинал такой скромненький, потом сатурировал.
Тенса. Так что, пацаны, все для вас, реально, все для контента. Многим была интересна эта сумма. Рад, что вы досмотрели до этого момента. Ждем фидбэка от Вани. Надеюсь, он тоже опубликует. Посмотрим, кто больше. Он даже планшет у нас немножко подумер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и ждем битву на больших планшетах, да? Мы, короче, вольнем ее. Давайте. Ну и, конечно же, 1000 сундуков батл тоже. Уж смотрите. Если вдруг не увидимся, то хорошего вам настроения в 2021 году. Всех обняли. С праздником. Пока.